Приветствую вас во второй части по вязанию шапочки кошки с ушками. Итак, связав еще раз одно перекрещивание в 21 ряду, мы начинаем вязать 22 ряд. Смотрите, я закончила делать третье перекрещивание, мы с вами сделали 2, и я третье сделала в 21 ряду. И сейчас нахожусь в начале 22 ряда. Сейчас мы как раз таки приступаем к вывязыванию ушек на шапочке. Для этого берем первую изнаночную петлю ряда, вяжем изнаночной. Вторую изнаночную мы не вяжем, а берем дополнительную спицу и оставляем эту изнаночную за работой на дополнительной спице. Теперь вяжем следующие 3 лицевые петли. Это первая часть жгутика. Дальше вот эту изнаночную, которая у нас осталась за работой, мы вяжем одной лицевой петлей. И теперь у нас остается довязать 3 лицевые вторую часть жгутика. То есть, смотрите, мы сделали переход изнаночной сюда вот в центр лицевой петлей. Теперь у нас идут 2 изнаночные. Что мы делаем? Смотрите, мы перед 2 изнаночными делаем перекрещенный накид, как мы делали с вами вот здесь вот на косичках мелких. Теперь вяжем изнаночную петлю лицевой. Теперь снова делаем перекрещенный накид между изнаночными и второй накид вяжем лицевой. И третий раз я делаю перекрещенный накид. И у меня получается вместо 2 изнаночных уже 5 лицевых петель. То есть вот эти накиды перекрещенные, это лицевые петельки. Теперь вяжем следующие 3 лицевые петли в первую часть второго жгута. Теперь вот эти 3 петли вторую часть жгута мы переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Дальше у нас идет следующая изнаночная. Мы вяжем изнаночную одной лицевой из дополнительной спицы, перевязываем лицевыми петельками на правую спицу оставленные петли. Вот так. Дальше у нас остается одна изнаночная. Вот так вот она у меня немножечко соскочила, я слишком разогналась. И довязываем эту одну изнаночную по рисунку и переходим на следующую спицу. На следующей спице у меня сейчас как раз таки второй ряд по рисунку, чередование лицевая и изнаночная. Вот я вяжу всю эту вторую спицу по рисунку узора путанки. И аналогично первой стороне мы и вторую сторону точно так же провяжем. Первую изнаночную вяжем по рисунку, затем вторую изнаночную мы переносим на дополнительную спицу и оставляем за работой. Теперь вяжем первую часть жгутика, это 3 лицевые петли. Дальше нашу оставленную петельку изнаночную мы вяжем лицевой и довязываем 3 лицевые вторую часть жгутика. 1, 2, 3. Теперь у нас 2 изнаночные, мы делаем перекрещенный накид, изнаночную вяжем лицевой. Дальше еще раз перекрещенный накид, изнаночную вяжем лицевой и снова перекрещенный накид. Теперь нам нужно связать 3 лицевые петельки, 1, 2, 3. А следующие 3 мы берем, одеваем на дополнительную спицу, сносим их и оставляем перед работой. Следующую изнаночную одну мы вяжем лицевой, из дополнительной спицы лицевыми петлями провязываем 3 оставленные вот эти петли. И дальше у нас остается довязать всего лишь одну изнаночную петельку. Все, мы сделали второе ушко, первый ряд. И теперь продолжаем вязать. У нас это получается первый ряд после перекрещивания. Поэтому здесь мы просто вяжем все по рисунку. Здесь у нас перекрещенный накид был, поэтому вяжем 2 лицевые, дальше 2 изнаночные. Снова 2 лицевые нашего маленького жгутика, 2 изнаночные. И здесь жгутик у нас по рисунку продолжается. 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные и маленькие жгутики по рисунку. То есть до конца ряда вяжем по рисунку. Итак, довязав ряд до конца, переходим на следующий. Следующий ряд мы свяжем по рисунку. Ничего не будем менять, просто вяжем, как ложатся петельки. Одна изнаночная. Дальше у нас 3 лицевых, первая часть жгутика. Затем 1 лицевая петля смещения. И 3 лицевых петель, вторая часть жгутика.
Дальше у нас шла скрещенная петля, я ее вяжу лицевой. Дальше из лицевой лицевая, скрещенная петля лицевая, из лицевой лицевая, скрещенная петля лицевая. То есть получается подряд мы провязали 5 петель. Но я уточнила, что 3 из них это скрещенные петельки, которые мы накидывали. Теперь 3 лицевые это первая часть жгута, 1 петля лицевая смещение и 3 петли вторая часть жгута. Изнаночная до конца спицы. Связали первую спицу, третью мы точно так же будем вязать, как первую. На второй мы сейчас сделаем смещение, то есть вторая часть получается нашего раппорта. Это чередование изнаночная, лицевая. И вот так вот провяжем 3 спицы. А на четвертой нам нужно будет перекрестить наши петельки. То есть сначала сделаем мы перекрещенную петлю воздушную. Затем 2 вместе провяжем. Перекрещенная наша скрещенная петля. И 2 вместе провяжем. Сейчас я вам покажу, о чем я говорила, чтобы было наглядно понятно. Вот здесь мы с вами сначала сделаем воздушную петлю, потом 2 вместе провяжем лицевой. 2 изнаночные, 2 петельки здесь. И 2 раза мы сделаем снова воздушную петлю перекрещенную. И 2 вместе одной лицевой. То есть наш маленький жгутик вяжем по рисунку. Довязали ряд до конца, и теперь в следующем ряду мы снова приступаем к нашему ушку сразу же. Берем дополнительную спицу и одну оставшуюся изнаночную петлю переносим на дополнительную спицу и оставляем за работой. Дальше вяжем следующие 3 лицевые петли, 1, 2, 3, и с дополнительной спицы довязываем одну петлю, оставленную за работой, лицевой. Затем у нас в промежутке все петельки лицевые, то есть до следующего перекрещивания. Вот они у нас полностью все лицевые. И теперь у нас остается всего 3 петли лицевые и 1 изнаночная. Вот мы эти 3 петли снимаем на дополнительную спицу. Вот так вот. И оставляем перед работой. Оставшуюся одну изнаночную мы вяжем лицевой петлей. И подтягивая дополнительную спицу, с нее вяжем оставленные перед работой 3 лицевые лицевыми петлями на правую спицу. Вот так вот. То есть сделали перемещение такое вот. И у нас всего на первой спице получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 лицевая петля. Это косички, петли лицевые ушко расширения наше и петли второй косички. И мы приступаем к задней стороне, которая пока у нас вяжется без изменения. То есть это получается четвертый ряд раппорта в высоту, чередование изнаночная, лицевая. До следующего ушка. На следующем ушке мы точно так же сделаем небольшое смещение. Дошли до второго ушка и первую изнаночную петлю мы оставляем на дополнительной спице за работой. Дальше на новую спицу, но у меня это по крайней мере, вяжем 3 лицевые петельки. 1, 2, 3 на правую спицу. И с дополнительной спицы нашу изнаночную оставленную петлю вяжем лицевой. Дальше мы средние петельки вяжем лицевыми. Вот они наши прибавочные петельки. Там, где у нас изнаночные изменены на лицевые, также вяжем лицевыми. И у нас остается всего 3 лицевые и 1 изнаночная до конца спицы. 3 лицевые мы переснимаем на дополнительную спицу и оставляем эти петли перед работой. Довязываем 1 изнаночную петлю лицевой на правую спицу и с дополнительной спицы 3 оставленные петельки вяжем также лицевыми петлями. Вот так вот. Связали, и на втором ушке у нас должно также быть 21 петелька. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21. Все правильно. У нас ушки одинаковые. И теперь мы приступаем к передней стороне. У меня здесь все по рисунку. Так как это также четвертый ряд в высоту раппорта нашего, четвертый. И вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые,
2 изнаночные. То есть все вяжем по рисунку, по узорчику. Сейчас уже изнаночных у нас нет здесь перед нашими маленькими жгутиками, косичками. Вот. И большие жгутики также вяжем просто лицевыми петлями по рисунку. Промежуточные петли, изнаночные. 25 ряд вяжем по рисунку, как ложатся петельки. На первой спице у нас все петельки лицевые. На третьей спице все петельки лицевые. На второй спице у нас первый ряд раппорта узора путанка. То есть делаем смещение. И на четвертой спице, там где у нас передняя сторона шапочки, то также вяжем первый ряд раппорта вот этой меленькой косички. Большой жгут мы пока не трогаем. Довязали ряд, и посмотрите, у нас в конце ряда получается здесь скрещенный накид или перекрещенный накид. В общем, берем теперь дополнительную спицу, и этот перекрещенный накид мы должны будем перенести. Вот так вот, смотрите, мы его спускаем. И представьте, что он у вас остается за работой, наверное, так проще будет сделать. Вяжем 3 петельки лицевые, 1, 2, 3. И этот перекрещенный накид как бы поднимаем вот здесь вот между вязанием. То есть 3 лицевые и перенесли сюда накид. Вот он у нас. Посмотрите. Как бы здесь остается одна лицевая петля из маленькой косички, маленького жгутика. Теперь вяжем все петельки лицевые. Вот так вот. И точно так же сделаем и с другой стороны. То есть так, пожалуй, проще. Вот, перенести такой вот накид. Довязав до 3 последних лицевых, 3 последние лицевые я не буду переносить на дополнительную спицу, я просто их оставлю за вот так вот перед работой. Дальше следующую петлю на спице, получается, со спинки я беру одну лицевую, вяжу. И теперь 3 оставленные перед работой петли лицевые жгутика я вяжу после этой лицевой, перенесенной со спинки. То есть как бы увеличиваю наше ушко. С другой стороны делаем все точно так же. Мы берем одну изнаночную последнюю вот здесь вот петельку. Потом перенесем на дополнительную спицу. Но перед этим мы провяжем все вот эти петельки по рисунку, как ложатся. То есть изнаночные над изнаночными, а лицевые над лицевыми. И дойдя до оставленной нами на дополнительной спице петельки, мы точно так же аналогично первому ушку сделаем второе. Итак, я довязала практически спинку. И сейчас перехожу на ушко. Я вяжу первые 3 лицевые петельки. Вот так уже на новую спицу, на пустую. Затем с дополнительной спицы провязываю оставленную за работой одну петлю лицевой. Запомните, что все петли, которые мы переносим, мы вяжем их лицевыми, чтобы у нас ушко было все лицевыми петельками. Вот эти петельки между жгутиками также вяжем все лицевое. Здесь ничего не должно быть такого дырчатого, узорчатого, изнаночного. И вот они остались у нас 3 петли лицевые. Мы оставляем их перед работой. И дальше вяжем следующую петлю лицевую здесь вот между жгутиком. Переносим ее как бы к ушку и довязываем 3 петли, которые были перед работой. Вот так. Все, теперь у нас на ушке все петельки, извините. И довязываем лицевые петли по рисунку. То есть у нас сейчас, по идее, по рисунку должны быть 1 лицевая. Мы так и вяжем ее лицевой. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых. И эти петельки все довязываем по рисунку. И после 2 изнаночных у нас здесь теперь уже всего 1 лицевая петля. И все остальное вяжем по рисунку. И 27 ряд вяжем по рисунку. То есть над лицевыми петельками первой спицы и третьей вяжем лицевые. Затем у нас здесь вот, смотрите, был перенесенный перекрещенный накид. Мы его вяжем
лицевой петелькой. И со стороны спинки шапочки мы вяжем затылка нашего, вяжем по рисунку, как ложатся петельки у нас по рисунку двойной путанки. И точно так же по рисунку переда мы вяжем петельки, как ложатся по рисунку узоров. То есть здесь мы будем уже вязать 2 вместе, 1 лицевой, перед этим делать перекрещенный накид. А лицевые петельки жгута так и вяжем лицевыми. То есть все вяжем просто по рисунку. После ушка у нас здесь 1 лицевая, так и вяжем ее 1 лицевой петелькой. Здесь уже никаких перекрещиваний не делаем. А дальше продолжаем 2 изнаночные, перекрещенный накид, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные и так далее. То есть здесь просто вяжем по 1 лицевой с обеих сторон переда. Последнюю лицевую можете не довязывать, а сразу же спускаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Теперь берем рабочую спицу и вяжем 3 лицевые петли с ушка. Переносим после 3 лицевых 1 лицевую, здесь вот перенесенную, и дальше вяжем до последних 3 петелек на ушке. Эти 3 петельки мы точно так же перекрестим с 1 петлей с затылка. Вот так вот вяжем все петельки лицевые пока без изменения. И 3 оставшиеся петли оставляем на рабочей спице, просто за работой. Вот так вот. И со спинки берем 1 петлю, которую вяжем лицевой. Дальше 3 оставленные петли перед работой перевязываем лицевыми петлями на правую спицу. Вот так вот сделали перекрещивание, и теперь петли спинки вяжем по рисунку. Точно так же мы перекрестим 1 последнюю петлю со спинки, поэтому не довязываем 1 петельку, которую мы перекрестим с нашими петлями ушка. Вот так вот. Оставляем 1 петлю недовязанной. Или переносим ее на дополнительную спицу, как вам удобно. Вот так вот мы ее на дополнительную спицу и оставим за работой. А на рабочую спицу вяжем первые 3 лицевые петли с ушка. И переносим вот так вот лицевой петлей оставленную петлю за работой. Дальше снова все петельки ушка у нас лицевые до последних 3, последние 3 мы перекрестим с 1 петлей с передней части. Оставляем 3 петельки перед работой. 1 оставшуюся петельку с наших перекрещенных петель маленького жгутика вяжем лицевой и довязываем на эту же правую спицу 3 петли, оставленные перед работой. Вот так. Дальше до конца ряда нам нужно довязать все петельки по рисунку, как ложатся. Это 2 изнаночные. Дальше мы вяжем по рисунку наш перекрещенный накид. Это 2 лицевые. Дальше снова 2 изнаночные. Петельки жгутика. В общем, все вяжем по рисунку до конца этого ряда. В 29 ряду мы смещения не делаем, а просто провяжем по рисунку. Но при этом, как вы помните, у нас сейчас 8 ряд после перекрещивания большого жгутика. С боковых ушек мы ничего не перекрещиваем, не меняем, просто вяжем по рисунку. Заднюю часть, то есть наш затылочек, тоже ничего не делаем. А вот спереди мы сделаем перекрещивание больших жгутиков с обеих сторон. На передней стороне у нас идут 2 изнаночные, 2 вместе 1 лицевой, перекрещенный накид. Дальше у нас 2 изнаночные и переносим 3 первые лицевые петли на дополнительную спицу и оставляем за работой. То есть, как мы это делали 3 предыдущих раза. Следующие 3 лицевые вяжем лицевыми на правую спицу и с дополнительной спицы переснимаем лицевыми петлями на правую спицу, делая перекрещивание таким образом правую сторону. Затем промежуточные 2 изнаночные петли и то же самое в зеркальном отображении должны сделать левую сторону. 3 первые снимаем на дополнительную спицу, перед работой оставляем. 3 следующие петли мы вяжем лицевыми и 3 с дополнительной спицы
перевязываем лицевыми петлями на правую спицу. Все, дальше до конца ряда у нас остается 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, перекрещенный накид и 2 изнаночные. Все, мы довязали 29 ряд с перекрещиваниями. Можно последнюю изнаночную не провязывать, а просто спускаем ее на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующий ряд у нас идет уже с прибавлениями в центр ушка. То есть, как всегда, делаем смещение. 3 лицевые петли ушка вяжем лицевыми петлями. Дальше с дополнительной спицы, оставленной за работой одну петлю, вяжем лицевой петелькой. Все оставшиеся лицевые петельки, кроме 3 последних, вяжем также лицевыми. 3 последние недовязанные петельки оставляем перед работой. Со спинки одну петлю вяжем лицевой и довязываем 3 лицевые. Можно так сказать, условно с дополнительной спицы, но мы на дополнительную не переносили. Теперь петли спинки до последней петли одной мы вяжем по рисунку. А последнюю петлю мы переснимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Первые 3 лицевые петли ушка вяжем лицевыми на правую спицу. Из дополнительной спицы лицевой петлей перевязываем на правую спицу одну оставленную петельку. И теперь все петельки лицевые до 3 последних петель ушка. Нам нужно 3 последние петли также перекрестить с передней одной петелькой. Недовязанные 3 петельки оставляем на спице. Одну петлю изнаночную с передней стороны вяжем лицевой на правую спицу. И довязываем 3 оставшиеся лицевые петельки с вот этой спицы. И теперь нам остается лишь только довязать все петли переда по рисунку. В этом ряду не нужно делать ни перекрещенных накидов, ни перекрещивания большого жгута, просто довязываем по рисунку. Следующий ряд вяжем по рисунку, как ложатся петельки. Все петли лицевые, это петли ушка. На спинке у нас двойная жемчужная вязка, так и вяжем, что там по рисунку у нас. И с передней стороны мы в этом ряду убавим одну петельку. Она у нас располагается вот здесь вот между косами. 2 изнаночные между двумя жгутами. Мы свяжем эти 2 изнаночные вместе одной изнаночной. А также, смотрите, с другой стороны косы, вот они 2 изнаночные между маленьким и большим жгутом. Вот они 2 изнаночные с одной и с другой стороны. То есть, смотрите, вот эти 2 изнаночные между жгутами 2 изнаночные. И между вот этими жгутами 2 изнаночные мы провяжем 3 петельки, скажем так, по 2 петли вместе 3 раза. Вот так вот. Из 6 петель у нас останется всего по 1 изнаночной в 3 промежутках между жгутами. В следующем ряду вяжем все по рисунку, как ложатся петельки. Петли ушек у нас лицевые, на затылке у нас петли двойной жемчужный узор. Вот у меня это как раз таки перемена на новый раппорт, то есть лицевая и изнаночная. И нам в этом ряду с передней стороны нужно будет сделать несколько убавлений, для того, чтобы как бы закруглить нашу шапочку, красивую сделать макушку. Спереди у нас идет вот она одна изнаночная в начале, так и вяжем одна изнаночная. Дальше делаем перекрещенный накид и вяжем 2 вместе одной лицевой. То есть как у нас по рисунку маленького жгутика. Теперь у нас идут 2 изнаночные. Я меняю их местами, то есть вот так вот снимаю за дальние стеночки. И вяжу вместе 2 изнаночные одной изнаночной. Теперь 6 петель нашего жгутика не трогаю. То есть так и вяжу 6 лицевых петелечек. Теперь у нас 2 промежуточные. Я так и вяжу 2 промежуточные изнаночные и 6 лицевых петель нашего второго жгутика. Дальше у нас снова 2 изнаночные. Я меняю местами, то есть дальними стеночками вперед поворачиваю и вяжу вместе 1 изнаночной. Дальше у нас снова идет перекрещенный накид и 2 вместе нужно провязать лицевой, то есть наш маленький вот этот жгутик. И до конца ряда у нас остается 1 изнаночная,
который я предлагаю вам перенести на дополнительную спицу и оставить за работой. И снова вяжем перекрещивание, поэтому вяжем 3 первые лицевые петли на спицу, затем с дополнительной спицы вяжем ту петлю, оставленную за работой, изнаночную лицевой. И все оставшиеся петельки, кроме 3 последних петель ушка, нам нужно провязать лицевыми петлями. Оставляем 3 петельки перед работой. Дальше берем 1 петлю со спинки лицевую и 3 петли оставленные перевязываем лицевыми, все на ту же спицу. Теперь вяжем петельки спинки до 1 последней петли, которую мы перекрестим также с 3 петлями 2 ушка. Переносим последнюю петлю спинки на дополнительную спицу. И 3 петли лицевые с ушка вяжем на правую спицу. Дальше оставленную петлю довязываем сюда же лицевой петлей. И дальше до 3 последних петель ушка 2 вяжем лицевыми петлями. 3 петли оставляем перед работой. 1 изнаночную берем с передней стороны. И дальше довязываем сюда же 3 лицевые петельки. Теперь нам остается довязать петли переда, но с передней стороны я сейчас убавлю вот эти 2 средние центральные петельки, провяжу вместе 1 изнаночной. То есть сейчас по рисунку у нас идут 2 лицевые, это перекрещенный наш накид и лицевая, дальше 1 изнаночная, 6 петель жгута, это лицевые 6 петель, и дальше поворачиваю дальние стеночки ближе к себе 2 изнаночные и вяжу вместе 1 петлей изнаночной. Дальше у меня остается 6 петель жгутика и 2 петли у нас здесь лицевые и 1 петля сначала изнаночная. Вот так вот перекрещенный накид у нас лицевой и 1 лицевая до конца этого ряда. Следующий ряд мы провяжем без изменения. Так как только что был с перекрещиваниями, то просто вяжем все петельки по рисунку. Петли ушка нашего лицевые. И над жгутиком, над изнаночными все вяжем по рисунку. С передней стороны, провязав 2 вместе, не делаем больше накида с перекрещиваниями, а просто дальше вяжем изнаночную, 6 петель жгута и так далее. Просто получается сделали из 2 лицевых петель нашей маленькой косички, маленького жгутика, 1 лицевую. Точно так же и с другой стороны вместо накида с перекрещиванием просто вяжем 2 вместе, 1 лицевой петелькой. И сейчас вместо ряда с перекрещиваниями мы будем делать ряд с убавлениями, для того чтобы красиво закруглить наше ушко и убавить петельки с передней стороны еще немножечко. Теперь смотрите, вот у нас начинается с лицевых петель, то есть вязание ушка наше. Получается, вяжем 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 начальные петли. Дальше начинаем чередовать. 1 лицевая, 2 лицевые вместе, то есть убавление. 1 лицевая, 2 лицевые вместе. 1 лицевая, 2 лицевые вместе. 1 лицевая, 2 лицевые вместе. То есть начинаем делать убавление для ушка. 1 лицевая, 2 лицевые вместе. 1 лицевая, убавление. 1 лицевая, убавление. И теперь у нас остается 4 петельки. Мы так и довязываем их 4 лицевые петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Остается 22 петли на одном ушке. Петли спинки мы вяжем по рисунку. У меня это 10 петель лицевая, изнаночное чередование. И теперь, переходя на второе ушко, снова отсчитываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И начинаем отсчитывать чередование. 1 лицевая, убавление, 2 лицевые вместе. 1 лицевая, убавление. 1 лицевая, убавление. 1 лицевая, убавление. Убавление это, то есть 2 лицевые вместе вяжем 1 лицевой. Лицевая, убавление. Лицевая, убавление и лицевая, убавление. До конца остается 4 лицевые, так и вяжем 4 лицевые.
И у нас второе ушко также должно равняться первому. 22 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. И теперь с передней стороны нам нужно также сделать небольшое убавление. То есть, смотрите, мы сейчас вяжем лицевую над лицевой, изнаночную над изнаночной. Дальше попарно провязываем первые 2 лицевые, вторые 2 лицевые и третьи 2 лицевые. То есть 3 пары по 2 лицевые. Одна изнаночная и снова попарно провязываем первая пара лицевых, вторая, третья и дальше довязываем изнаночная и лицевая петелька. 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель с передней стороны. И еще один ряд нам нужно провязать просто по рисунку, который мы сформировали. Это все петельки лицевые на ушке с одной и с другой стороны. И петельки на спинке двойной жемчужный узор. И петельки спереди, там где изнаночные, вяжем изнаночные. Там где лицевые, вяжем лицевые петли. Довязав до конца ряда, выворачиваем на изнаночную сторону для сшивания. Вот так. Вывернув на изнаночную сторону, можно вот эту ниточку отрезать. Она нам уже не нужна. Главное, оставьте хвостик для того, чтобы можно было хорошо спрятать краешек ниточки. И теперь смотрите, нам также нужно будет найти центр ушка. Вот они наши спицы, на которых ушки наши. Вот она лицевая гладь с одной стороны и с другой стороны. Это и есть ушки. И находим, делим пополам ухо по 11 петелек у меня, то есть 22 пополам. Поэтому на спицу, там где у нас передние петельки, я переношу 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И точно так же делаю в другую сторону. То есть у меня получается перед и пол уха с одной и пол уха с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И точно так же сделаю и с другой стороны. Переодену все на одну спицу для удобства закрытия. Вот они, петельки переодеты. Смотрите, у нас получается полушка с каждой стороны и спинка. Полушка с каждой стороны и передняя часть. Вот она наша ниточка, которую мы отрезали. И сейчас мы начнем закрытие петелек. Почему я вам говорила, что понадобится крючок? Во-первых, что прятать краешки ниточек. А во-вторых, в принципе, можете закрывать макушку крючком для тех, кому удобно. Мне, например, удобнее, я взяла спицу меньшего размера, и мне удобнее сразу же закрывать спицами. Для этого я беру, делаю такую вот условную петельку вокруг пальца рабочей ниточки, которую мы отрезали. И пропускаю сквозь первую петельку и сквозь вторую петельку спицу. Захватываю нитку и вяжу как бы лицевую сквозь 2 петли попарно. Вот она у меня получилась петля. То же самое делаю со второй парой. С одной и со второй спицы вяжу лицевую. У меня на спице рабочие 2 петли, и я одну одеваю на вторую. Подтягиваю. Снова вяжу сквозь 2 петли лицевые, одну лицевую и одеваю на нее предыдущую петельку. Снова сквозь 2 петли одну лицевую вяжу с двух спиц и предыдущую одеваю на последующую лицевую. Сквозь 2 петельки одну лицевую и одну одеваю на вторую. У меня получается одновременное закрытие двух стеночек, сшивание, но при этом, смотрите, у нас, если бы в идеале совпадали бы петельки на одной и на второй спице, было бы вообще замечательно. Но у нас на передней спице, то есть там, где перед, на одну петельку больше, чем на дальнюю. Поэтому сейчас по ходу закрытия петелек мне нужно будет захватить 2 передние центральные петли с центральной одной спинки. То есть для того, чтобы как бы совпали наши петельки. Снова вот так вот попарно провязываю 2 петли одной лицевой. И переодеваю предыдущую на последующую. Более тоньше спицей удобненько это делать. Можно, в принципе, делать это крючком с помощью соединительных столбиков, столбиков без накида.
каких-то там, в общем, индивидуальных, так скажем, умений. Вот. И вот так вот постепенно-постепенно делаем закрытие, сшивание макушки. У нас уже не должны будут торчать ушки, потому что мы делали закругление, убавление. Вот. И вот так вот постепенно-постепенно я делаю закрытие. Вот, дойдя до центра, вот я увижу, что здесь центральные две, вот они, петельки. Я сейчас закрою их одновременно с задней. Вот так вот вяжу еще раз. И вот они у нас получаются. Лицевая, изнаночная я захватываю и одну петельку всего лишь с той стороны. И вяжу 3 вместе одной петлей лицевой и делаю протяжку. И попарно продолжаю дальше. Вот так вот. Как понять, где центр? Смотрите, в центре у нас было 2 изнаночные. Мы сделали вместо двух одну, и вот он наш центр. И в этом центре я и сделала такое вот убавление. Из 3 петелек вместо попарно. И вот так вот я убавляю до самого-самого конца наших петелек, пока не закончится с одной и с другой стороны петельки. Петельки у вас должны закончиться одновременно, так как мы сделали одинаковое количество петелек спереди и с задней стороны. Поэтому сейчас у вас осталась одна рабочая петля после перекидывания. И мы делаем 2 воздушные петли. Можете сделать крючком, можете сделать ручками. И отрезаем ниточку, прячем хвостик. В общем, с одной, с другой стороны вот этот хвостик при обрезании ниточки. И выворачиваем на лицевую сторону. После того, как вывернули нашу шапочку, остается лишь только сформировать ушки, придавив вот эти уголочки, украсить и прикрепить жгутики, которые вы можете сделать в отдельном видео, посмотреть, как их делать. Я сделала не слишком длинные, буквально в 20 сантиметров. Можно сделать подлиннее, покороче, пошире. В общем, видео вы сориентируетесь, какой величины и какого объема вы хотите жгутик. Вот, в принципе, здесь ушки немножечко крутятся, но абсолютно ничего страшного. При одевании на голову все аккуратненько ложится, вот так вот растянутая резиночка, и ушко, посмотрите, приобретает красивый вид. Вот, в принципе, кому понравилось, конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что вязали вместе со мной. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!